Тогда братья решили продать Юсуфа этим купцам. Они продали Юсуфа как раба, а затем разорвали его красивый халат и испачкали его кровью ягненка. Затем они отнесли халат отцу, и он поверил, что Юсуфа растерзали дикие звери. Это так ужасно, когда наши дети распалены завистью. Такое поведение не угодно Всевышнему. Исраил не учил своих сыновей любить и заботиться друг о друге, и позволил зависти овладеть их сердцами.